Ну что ж, всем вновь привет, с вами Артур. Мы продолжаем проходить Fallout 4, и мы вновь находимся у озера Лебедя. С одним исключением, теперь я хотя бы знаю, куда двигаться. Так, это у нас... Осмотреть. Ну, короче, тут будет 8 таких кружочков. И на каждом будет написано... О, блин, сейчас упадет, чувствую. Не надо, надо бежать. Типа 7 это А, значит, ну типа 8 букв в любом случае. И надо двигаться по вот этой красной дорожке, и мы придем туда, куда нужно. Поэтому приступаем, дергаем. Я в целом могу и не смотреть все эти кружки, где написаны буква и цифра. Ну там как бы будет колесо, надо будет ввести код. Ну вот, например... Четверочка это у нас L, да? Ну да. Тихо, радиация, тихо. А что-то я упустил. Потерять дорожку крайне легко, поэтому надо быть осторожным. Ну и плюс наверняка... По пути мы кого-нибудь встретим, кто будет не очень рад тому, что мы идем по этой дорожке. Ну, вообще, они будут просто хотеть нас убить, как обычно. Так, куда здесь? Вот она. Еще одна надпись. Что там написано? Шестерочка О. Я в голове просто прокручиваю пароль и там типа сходится, не сходится. Пока сходится, так что я думаю. Так, тут мы верно идем. Ну что, может... Ну что, зайдем сюда. Старая книжная лавка была построена после пожара 1711 года и изначально представляла собой аптеку. Ой, что-то звучит-то страшно. Ну ладно, пойдемте. Пойдемте, почему нет? Мне вот любопытно, что там книжные лавки я люблю. В библиотеке был, в магазине комиксов был, в книжной лавке еще не был. Да, значит, сейчас побываем. Наверняка гулей тут... Много будет, как обычно. А может и не гулей. Но скорее всего гулей. Так, военные денежки, крышечки. Хотя, может быть, тут не такая уж большая локация. Ну, даже странно, на самом... Ой, звать не хотел бы. Ну, взял и взял. И все? Серьезно? Да ладно вам. Да ладно, не гоните, ну не бывает так. Ну, бывает и такое, да, чё ж поделать. Книжная лавка оказалась пустоватой.
Так, идем дальше по следу. Спасибо. Так, там, по идее, должны быть вроде супермутанты. Если я не ошибаюсь. И вон они, кстати. Тихо, 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 мужик. Hey, something's out there. There you are. Should have backed down. Да, если бы ракеты и засадили, было бы грустно. Ой, извиняюсь. Ой, чихнул так чихнул. Ладно, я по-быстренькому заберусь наверх. Соберу. Так, ракеты, крышки, патроны. И все, да? Так, я немножко потерял след. Так, вот он идет. Отлично. Пятерочка R. Вьетнам пошел. Нашел меня, говорит. Нормально шел. Нормально. Так, ну а дорожка у нас идет здесь, вроде как. Вот, 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 вот. Не такой уж и близкий путь. Ладно, я сам не знаю, откуда был этот возглас супермутанта, так что пусть разойдемся. И мы пришли. Посмотрим на карте, где мы сейчас находимся. Ну, чтобы прийти отсюда сюда, случайно, это нужно постараться. Ну, хотя я мог пойти к галерее Пинкмана до того, выполняя это задание, и найти случайно, но все равно я бы
не знал бы кода, который нужен, чтобы попасть к этим подземщикам. Или как они там себя зовут. Так что не сильно мне это помогло бы, если бы я туда пришел без кода. Ну, конечно, сейчас еще... Ну да, вот. Вот задание дополнилось. Предположительно, тут у нас будут супермутанты. Нет, не супермутанты, скорее всего, гули. Но, видимо, слабенькие, что очень радует. Ну, чувствую, патроны я тут все и потеряю эти. А дальше будем ходить. Ну, не знаю, может попробовать с дробовиком походить, конечно. Но тогда его надо будет подкачать. Подкрался к гулю незаметно. Нам вообще, по-моему, вниз, но я похожу по всей этой локации. Мало ли что-нибудь-то найдем. Я туда перепрыгну. А, туда и не надо перепрыгивать. Да, как-то тут пустовато. Стоп. А, ну да, мне по заданию туда. Можно на шпиль сходить посмотреть, чё бы и нет. Ты что-то начал... Только заподозрил, что-то не так. Не должно быть шпиля. Но у нас будет. Потому что я вряд ли вернусь сюда потом. Надо исследовать час. Какого-нибудь статуэтку Пип-Боя было бы хорошо найти. Но вряд ли. Ну, в общем-то, ничего особенного. Идем по заданию. Я думаю, там подвалы будут очень большие, так что поплутаем там с очень радиоактивными гулями. Но, к счастью, очень слабенькими. Ну и в чем дело? Что происходит? Загрузили мне локацию, типа, молодцы. Давайте еще раз выйдем, почему нет? Раньше вот оружие что-то не загружали, а сейчас отлично. Не загрузили всю церковь. Да ладно вам, ну и что, и все, и теперь вот так вот всегда будет все, да? А, это тут темно, так ничего себе. Ты приколите.
Я ж на измену сел, а тут так темно. Ну, я и не отрицал, что я немножко наркоман. Все-таки. Все-таки такая темнота-то. Кто ж ожидал? А был бы он не легендарным, убили бы потихой. Давай, забирай. Обмен. Так. Значит, отдать. Что на тебе одето? Это понятно. Левая рука, левая нога. Правая, наверное, рука. Так, левая рука. Что у тебя одета сейчас? АД восстанавливается быстрее. Давай лучше это. Да и стильнее выглядит. Так, интересно, тут темно? Ну, так, нет. Ну, если... Вот он, кстати, вход. Так, значит... Повернуть по часовой стрелке. Повернуть против часовой стрелки. It spins. So it starts with R. Если что, пароль Railroad. Ну, типа, R-A-I-L-R-O-A-D. Stop right there. You went through a lot of effort to arrange this meeting. But before we go any further, answer my questions. Who the hell are you? Why don't you tell me who you are first? In a world full of suspicion, treachery, and hunters, we're the synth's only friends.
We're the railroad. So answer my question. I followed the Freedom Trail looking for the railroad. I'm not your enemy. If that's true, you have nothing to fear. Who told you how to contact us? Dr. Amari told me how to find you. Very interesting. Last question. Why are you here? I tracked down and killed a courser at GreenTech Genetics. Now I need help breaking the code on his courser chip. You have what? This is not a joking matter. I didn't know we were having a party. What gives with my invitation? Oh, I see you invited the courser killer. Nice. Deacon, you're late. You're saying this intruder actually killed a courser? Single-handedly? Oh, that'd give even Gloria a run for her money. Newsflash, boss. This guy is kind of a big deal. If you're done interrogating him, you might want to show this courser murdering machine a little courtesy. Hmm? Just a thought. I owe you an apology. Anyone who kills a courser is good in my book. I'm Desdemona, and I'm the leader of the railroad. Hopefully, we can work something out. What you're asking for puts us in a tricky position. Des, we need to let him in. He's got an intact courser chip, for God's sake. That violates our security protocols. To hell with that. He killed a courser. There's no way he's working for the Institute. We're letting you into our headquarters. You're the first outsider ever to be given this privilege. We'll discuss the details about your chip inside. Ну красава, красава. Квест-то выполнился или нет? Так, с тобой поговорить можно? Saw some of your work along the trail. Not bad. For a human, that is. I appreciate the compliment. Yeah, whatever. Listen, you caught us at a shit time. We're still recovering from something I can't get into. We're a man down, though. And if anything Deacon said about you is true, I'd like you on our team. What? You don't believe Deacon? Given what I saw, yeah. He might be the real deal. I know Dez said we don't got room, but talk to Deacon. I'm sure he's got an angle. He always does. Hey, Glory. Talk to the boss. Hi. Don't try anything, stranger. Hey there. We having fun yet? Okay. Надеюсь, она проследует за мной, потому что она, по-моему, там застряла немножко. Ну, вот она и подземка. Уже неплохо. Выглядит... Но печально выглядит. Техник Том занят тем, что он стоит на месте и ничего не делает, похоже. Ну что, у вас журнальчиков нет почитать? Эй. Во, вот это спальные места. Вот это круто. Разложились. Потайной ход. Try anything, stranger. Don't try anything, stranger. Analyzing. Pam. Processing. Unknown human entity. Your arrival was not calculated.
That's a strange way to say hello. Temporarily unable to process verbal input. Still processing. Preliminary adjustments to statistical models complete. Commencing introduction. I was, am, and will most likely be Pam. Predictive analytic machine. Well, nice to meet you, Pam. Introductory token recognized. Nice to meet you too. Unknown entity, I provide first order approximations of the behaviors of all residents of the region, designated Commonwealth. Rephrasing, I predict the future. What? That's amazing. Caution. Biological life forms behave erratically, unpredictably. All output subject to an extremely high margin of error. Even if you're wrong sometimes, that's unbelievable. Repeat. Caution. Reliance on this unit's predictions is deemed unwise. Operation complete. You are a rogue variable. No current or previous models predict your presence or existence. Query, what is your point of origin? I'm from Vault 111, if that's what you mean. Accessing. Vault 111. Cryo Vault. Believed destroyed. Conversation terminated. Pending construction of new probability matrix. Rephrasing. Goodbye. Вот и поговорили. Похоже, никто не против, если я воспользуюсь этим компьютером. Ладно, пойдемте. Dutchman ain't talking to no one no more. Rest in peace. Hey, Dad. You need something? Tom, our visitor here has a courser chip. Whoa! For real? Oh man, it's been ages. Right. Some ground rules. Tom can get you the code, but once he's done, we get the courser chip. Fine. It's yours. All right. Tom? Make it happen. All right, little Corsa chip. Let's have the circuit analyzer take a crack at you. So did she make it to the border? Still waiting to hear from Randolph. I heard the run We're was in. Resistance. Chip accessed. Well, just the whole analog connectors a little. Could be weeks before we get it. What? Just oh man, don't crash. Don't hold it together. All. Memory hiccup. Here it comes. Encryption algorithms. All right, we're still running. Oh man, they've added more decimals to the last cipher. Don't try anything, stranger. Come on, baby, show me that pattern. Where is it? Wait, they're using the same logarithmic function as the key generator. Oh man, we got lucky. I got you, you institute bastard. I got you. Sulfur in. Come on. Show me that sweet base number. Come on, baby. Then we got it. We got the code. Let me load that onto the holotape for ya. Good work, Tom. Yeah, but I'm not sure our luck will hold up next time, does? Start working on the rest of the chip. And you? I'd love to work with you more. Let me know if you're interested. But to be crystal clear, if you use that data and discover anything involving the Institute, you share it with us first. Otherwise, our relationship will be in jeopardy. You gotta be careful, man. After everything the Institute is everywhere. If he came back, he could be a double. The Institute has had too much time. We can't chance it. He's out for good. Hey. You! If we're going to be dealing more with each other, I need to make sure that we're on the same page. You know what a synth is, right? Yeah, I know all about them. Good. The Institute treats synths as property, as tools. Go on. So we seek to free the synths from their bondage. Give them a chance at a real life. I have a question. The only question that matters. Would you risk your life
for your fellow man, even if that man is a synth. Once, I pledged my life to protect my countrymen. I don't see this as any different. Well said. Someone with your skills, your beliefs. Normally, we'd try and recruit you. But right now, we don't have the time to train up a new agent. There are, however, other valuable ways you can contribute. And in turn, we can help you. See Deacon for details. You're free to go. Ну что ж, 400 опыта нормально. We'll file out separately after you leave. Best not to attract attention here. You didn't see anything suspicious. Hey there. Hope you didn't mind the reception. When you tango with the Institute, you gotta be careful when someone new gets on the dance floor. Your leader was just being cautious. I'll take hurt feelings over becoming the Institute's plaything any day. Exactly. Kind of killed our chance at a friendly first impression, though. But it's all good now. I vouched for you, nobody got shot. Still, I would consider it a close personal favor if you didn't sell us out to the Institute. Thanks. So tell me, why did you vouch for me? In our little outfit, it's my job to know things. And with everything you've done, it's clear you're capable. A dangerous enemy. And I'm betting a valuable ally. But why the trust? You can't be taking it all on faith. I don't know if we can trust you, but I hope we can. We just survived a hell of a crisis, so we may just be a teeny-weeny bit desperate for new members. If everything was sunshine and bottle caps, we'd probably play a longer getting-to-know-you game. But we don't have that luxury. А можно как-то... закончить этот разговор. Я не знаю, куда я уже... О, тихо, 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 секундочку. Минуточку. Мои летние шорты на харизму. I got all. Really? Is that all? You just don't give up. All right. I have a short list of people I think would be a good fit for our family. You piqued my interest, so... maybe I asked around. Did my homework. If you hadn't found us, there's a chance I would have found you instead. Thanks for saving me the trip. So Dez wants me to make you a tourist. That's what we call someone who helps out with the odd job here and there. What a waste. I'm just gonna come out and say this. The railroad needs you. You got my attention. I got a job. Too big for me, just perfect for the two of us. You help me out, we turn a few heads, and then Dez invites you into the fold. Then, if you get into a bind and need some help, your buddies in the railroad got your back. Sign me up then. Perfecto. Let's meet up at the old freeway outside of Lexington. I'll fill you in once you get there. We'll file out separately after you leave. Best not to attract attention here. Desdemona. We'll file out separately after you leave. Best not to attract attention here. Hi. You didn't see anything suspicious coming in, right? After you leave, I get to do a full security sweep before you can get out of here, too. Попробую выйти через тайный проход в подземку, или как она там называется. Так, где она тут была? Watch yourself, outsider. Ну, я даже не знаю, типа, помогать этому на букву Д. Или идти по главному заданию дальше. Уверен, что это тайный проход. Ой, радиации сейчас хватану или не хватану. Не, нормально.
Надо же. Ну сколько можно, давай уже. Ломайся, говно железное. Что, издеваетесь? Взломать взломал, а брать ничего не могу. Ну, правда, тут особо брать нечего, так что ладно. Я не расстроюсь. Итак, где ж мы выйдем? Если недалеко от галереи Пинкмана можно туда загнаться. Все-таки это задание дал Хэнкок. Возможно, было бы неплохо выполнить его задание. Ух ты, где мы вообще? Хорошо, что хоть тут можно что-то воровать. Ты думал во всей игре. Ага, вот оно как, цепь. Ну и где мы по карте? Давайте галерея Пинкмана. Так, галерея Пинкмана. Нет, никого нет. Кто-то там еще явно есть. А! Что-то я подзабыл вот так. Нам не обязательно в шортиках ходить, когда не надо никого убеждать. Ну давай я в тебя попаду уже. Ну это слабенькие рейдеры. Здоровья в них никакого. Так что все замечательно. Это оно, да? Эй, чё дверь неактивная? Что ты акаешь? Это оно или не оно? Ну, мне сложно сказать, дверь-то неактивная. Пойду с другого конца зайду, мне это не сло... Хотя... Нет, все нормально. Быстренько перепрыгнули. Попасть в это грёбаное здание. Боксерский зал.
Пойдемте в боксерский зал, почему нет? Хотел галерею Пинкмана, попаду в боксерский зал. Конечно, сейчас боксерских перчаток наберу. Все как хотел. Ну, вылезайте, рейдеры, я даже не буду пригинаться, чтобы создать вам шумную обстановку. That's it. Котелок. Nice. Ну, что я могу сказать? Думалось, что все будет веселее. Ну, не страшно, я все на другое место ищу. Через крышу? Это, конечно, вряд ли, но... И, скорее всего, сейчас дверь-то уже будет активна. Просто я херню и страдаю, пока тут пытаюсь другие пути найти. Ну, может, с крыши, конечно, я и зайду, но... Так, ну я полагаю, что дверь только тут и есть. Других дверей я не вижу. Ну и что я могу в таком случае сделать? Было бы хорошо спуститься осторожно. Ну-ка, ну-ка, оп. Проблема. Ну ладно, сделаем вот тогда как. Карта. Галерея Пинкмана. Переместиться. Если она сейчас меня переместит к этой двери, я немножко расстроюсь. Но если она меня переместит ко входу, я буду счастлив. Классно, классно. Hey. You say the word. Over here. Can do. Как мне зайти? Может, задание надо активировать? Инфо. Инфо, инфо, инфо. На этой двери, ну почему?
Ладно, с этим мы разберемся потом. Что за главное задание? Вернуться к Вёрджилу. Это убираем. Это убираем. А вернуться к Вёрджилу, это значит в радиацию, да? Класс. Было бы хорошо, если бы я появился там прямо сразу внутри пещеры. Но если нет... Блин, говно. Я ж оттуда потом не уйду. Там, где радиация, я не могу пользоваться быстрым перемещением. Где вход-то? Значит, надо будет какой-нибудь антиради... Нет, что там? Радикс или что там уменьшает радиацию, и тогда перемещаться. Wasn't sure I'd see you again. You managed to get what you need? I have the code. Suppose I shouldn't be surprised. You did get rid of Kellogg after all. Not too much of a leap to take down a courser. How'd you manage to get it decoded? I've made some friends in the Commonwealth. Better you than me. Face like this. I'm not gonna make too many friends. You're not the only one who's been busy. I did the best I could. From memory and things I've overheard through the years. Came up with some schematics for you. Wasn't easy. These hands are ridiculous. Fine motor skills have gone to shit. Here's the symbol explanation. You need to build a device that will hijack the signal the Institute uses to teleport coursers and send you instead. You know the craziest part of the design? That classical music station. That's the carrier signal for the relay. All the data's on harmonic frequencies. You've been hearing it all along. I want to be clear that this isn't my area of expertise. I was bioscience, not engineering or advanced systems or anything. I'm sure it'll work. For the record, I haven't made any promises. But if you can build this device and make use of that code, you should be able to override the signal from the Institute's relay. Can you? I mean, can you build it? You have people that can help. This is a lot for one person, even you. I got it covered. Good, good. Because you've got to make it in there. For both our sakes. And don't you forget our agreement. I've helped you as best I can. If you make it in there, you find that serum. It's my only hope for ever being normal. So you find it. Now go on. Take these and get to work. You do whatever it takes. Call on whoever you know to help you. Понятно. Вот, похоже, и наступил момент, когда нужно выбирать, за кого проходить. Но это проблемно, на самом деле. Это проблемно. Значит, подземочка. Ну или кто там у нас? Братство. Или Минитмены. Ну, сложно сказать, за кого вообще. Я ни за кого не хочу. Они все какие-то ублюдки. Ну, по сути-то. Так, сейчас проверим, могу ли я переместиться. Вот только куда переместиться? Ну, попробуем еще раз галерея Пинкмана. Что уж делать? Должна же эта пососная дверь-то как-то открыться. Ну, или придется выламывать.
Пишут, что на силовую броню можно поставить реактивный двигатель. Вот бы найти такой хоть один. Ну что? Аллилуйя, дверь заработала. Ну, ни хрена себе. Игра такая, игра просто. Короче, наверное, я буду проходить игру за минитменов не хочу, потому что они придурки. Ну, не придурки, но, в общем-то, не очень. Братство Стали не хочу, они постоянно на винтокрылах разбиваются. Тоже придурки. But Slab won't leave a man breathing after he's hunted our crew. I heard Pikmin skinned Roy alive after he snatched him. Let the rest... Gives me the creeps just thinking about it. No joke. The faster we clip this asshole, the better. It always feels like something's watching me in here. Да так оно и есть. What the? You killed him! No. Бегают как ублюдоны. Сейчас по-быстрому заберем, что у нее тут крутого. Да. Очень перфект. Ни хрена себе у них урон. Может, у них просто как-то, пока я снизу, а не сверху. Прицел так стоит, что все патроны в голову попадают. Не знаю. Но. Ну ладно. Хотел немножко. Time's up, bitch! О, собака в броне. Красава. Что, отстрелили вам яички? Правда, лишился я. Гаечного ключа. Но думаю, это не так уж страшно. Ну, мы, конечно, тут погуляем. Ничего себе. Неплохо я так дернул картинку, а? Как бандит, знаю, где все нычки ныкают. Скорострельность, пиздец, говно, вот вообще. Клинок Пинкмана. Нормально, берем. I got it, Jesus.
Что он там картины делает? Точнее, рисует кровью рейдеров. Неплохо выходит. И, между прочим, уровень. Так, света включим. Wandering through places like this is how people end up someone else's dinner. Я вот с грустью ожидаю, когда у меня кончится это вантузное помешательство. Я с грустью жду, когда у меня кончится. Ух ты. Стимуляторы. Ну, наконец-то. Got it. О, в подвале Пинкмана точно найдем. Тут он их, наверное, закапывает. Продуманный парень. Оу. Ну что, ну, может, сначала наверх сходим, а то как-то. Кто-то там поверху все шляется, не дает мне покоя сейчас. Это, конечно, не стелс. Кто-то украл мои стимуляторы. Ой. Чё, меня ловушка-то не задела? Визиточки-то надо собирать. Тесачок. Ну, разводной ключ тут падает, в общем-то. Очень хорошо. Ой, я сомневаюсь. Но петухи как были наверху, так и есть. Поехали, повоюем. Хотя в прошлый раз они меня убили хорошо. Могут и вот. Ух ты. Как он на люстре-то висит хорошо.
Сейчас еще одного найдем. У него только нормальная пушка, да? Нормальная пушка. Не хочет меня отпускать отсюда. Петух. Сейчас я этому ублюдону устрою. О, боже мой. Ладно. Не-не-не-не-не. Ну вот и все. Вот у этого профессиональный какой-то карабин, да? А я возьму. И отдам его Пайпер. Hey. Where to? Probably have something you can use. Так, профессиональный. Хотя он профилированный или как-то так, но для меня он профессиональный, потому что выносит только так. О, срань. Скорее всего, мог по низу пробраться. Блин, как же добраться до этого петуха? Ну-ка, упади, пожалуйста. Ой, опять ловушка не сработала. Что ж такое? Кто их делает? Ни хрена не умеют делать. Ну, поехали, посмотрим. Ой, там... Там был этот... Да само собой, что не так. Вот теперь-то я выбраться отсюда не могу, и все печально. А там был тайничок с крышками. Ну, понятно, что штук 20, но все же... О-о-о. Надо было прыгнуть. What the fuck? Придется мне, короче, сделать кружок. Кто тут дверь открыл? Я, конечно, понимаю, если бы просто там еще что-то лежит. Может быть, стелс-бой, может, что-то еще. Мне надо узнать, что это. Так, 16 крышек. Так, теперь F5. По-моему, не здесь. В другом месте надо прыгнуть. Вот тут, да. Ну, может, по трубе пройти. А тут мне вообще показалось. Ну, ладно. Ничего страшного, крышки взяли. Визиточка. Зачем мертвецам оставлять свою визиточку-то? Какой прикол в этом? Hickman! You can't hide forever, you sick bastard. Get some, motherfucker! А потом мы найдем Пикмана, он такой скажет: «Но ты меня не убивай, я тебе дам ключ от сейфа, там, значит, мое великое оружие». Да ладно, не парься вообще, сейчас. Радиация тут, конечно, не очень.
Ой, да ладно, ну вы что, издеваетесь? Ну, может, я все-таки стеночку просто вынесу? Нет? Ну, это грустно. Придется в обход. Опять часть затягивается. Да я знаю, что я получил новый уровень, чтобы пристали ко мне. Так, радиоактивная бочка. Надо резко все делать. Hell yeah! Ну прыгни, ну что ты как этот, тот самый мудила. Я не хочу по воде бежать. Еще перестреливаться с этими наркоманами, которые даже не носят стимуляторы с собой. Хотя они не наркоманы, они наркотики с собой не носят. Что-то двухстволка упала. Ловушка была, типа. Нос зачесался, сейчас убьют. Так, сейчас мы сделаем вот что. Предметы. Нет, 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 нет. Состояние. Антирадин, стимулятор. Все, поехали. Повыше еще есть. Так, стоп, турелька. Турелька. С этой галереей Пинкмана опять все время. Опять будет часть длиться полтора часа. Мне сложно, конечно, понять его. У каждого свои приколы. Будем считать, что все окей. А где второй? Я ж тут одного. А, вот он лежит. Ну, почти, я думаю, уже вышли. Finally got you, Pikmin. Thought you could hunt and torture our people to your heart's content. Вот что мы попробуем сделать. Привет.
That was close. Thank you. Those people deserve worse than that. They were cold-blooded killers. They got their pound of flesh. But I'll collect my own again soon. I owe you. You don't owe me anything. I would have done it either way. That's all the more reason to reward you. If you visit my house again, look deep within my painting, Picnic for Stanley, and you will find my gratitude. You'll need this. А я что говорил? Я просто заванговал все. Главное. Я уже забрал подарок, только не говорите, что теперь я не смогу выполнить задание, потому что... Здесь просто какой-нибудь... О! Hell yeah. О! Ну, конечно, это не сильно нужно, но... Так, ящик еще надо проверить. О, еще и журнальчик. Бинго. Невероятные потрясающие истории. Сопротивляемость ядом 5 плюс 5. Ну какой смысл в этом пистолете, если никто не хочет с ним бегать? Вопрос, который я должен задать. Как мне теперь отсюда выйти? Только так, чтобы по-быстрому. Ты мне не поможешь? See you around. Killer. Просто красавец. Давайте проверим. Ну сейчас тогда заберем, что там в картине будет. Даже если что-то... Ну если там, там скорее всего ничего не будет, но что-то там лежало, вот это возьмем. Получим опыта за выполненное задание, я думаю. И на этом закончим. К Хэнкоку пойдем в следующей части. А помогать мы, наверное, будем подземке. Ну, потому что синты, они не такие уж плохие. Хотя я видел картину, как один синт, наставив пушку на другого. Хотя нет, то был человек. Да, человек встретил свою копию, хотел ее убить, но я убил человека, и такой синт пошел. Потом я подумал, что-то с ним не так, начал у него стрелять, нашел в нем деталь синта. Ну и их убить сложнее это. Короче, помогу подземке, почему нет? Не нравится мне братство стали, не нравится. Я ничего против не имею их, но все равно не нравится. Ничего себе, только картинное место. Так, ну давайте переместимся. Если дверь, конечно, будет работать. Я предположил, что может и не будет.
Lee's abstract? Oh, God. Ну, нормыч, нормыч. Двести опыта. Ладно, будем здесь заканчивать. Продолжим в следующей части. Отправимся там к Хэнкоку. Потом подземку сходим. Типа заручимся поддержкой. Я сделаю какой-нибудь сейф такой. Отстраненный. Потому что если пропадут все задания за братство и за... этих мэнов, короче, не помню, как их там, юнитменов, пинитменов, как, неважно, то тогда, после прохождения игры, есть смысл просто загрузиться до того, как выбрал чью-то сторону, и просто выполнять за всех задания. Они, конечно, бесполезны, но они дают локации, куда можно сходить и где что-то можно поделать, так что в этом есть смысл. Если играть уже так, типа не отвлекаясь на сюжет. Ну, а по сюжету, да, попробуем за подземку. Ладно, увидимся в следующей части. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока. Увидимся.